15 тысяч продуктовых наборов гуманитарного рейса Рината Ахметова доставили сегодня из Мариуполя в Центры социальной помощи в Донецке. Число нуждающихся с каждым днем растет, отмечают волонтеры. Так, сегодня в одном только Буденновском районе бесплатные продуктовые наборы получили около 1000 жителей. Это самые незащищенные категории. Семьи с детьми-инвалидами, матери-одиночки, беременные и пенсионеры старше 65 лет. Я очень благодарна фонду Рината Ахметова, что они предоставили нам такую помощь. Это очень хорошо, потому что сейчас способен очень тяжело мамам особенно.